Летние юбки категории суперкрем. Мешок весит у нас 25 килограмм. Первым у нас идет юбка марки Атмосфера 12, английский 40 европейский размер. Следов износа нет. Марка River Island 14 английский размер здесь указан у нас. Так, плотная джинсовая юбка More and More 44 европейский размер указан. Так, Капорал, как-то так называется следующий бренд. Указания размера нету, следов износа также нет. Так, марка River Island, 10 английский размер указан, узкая юбка. Так, марка Blue Motion, 44-46 европейский размер, джинсовая юбка с этикеткой, у меня похоже, что новая. Марка H&M, европейский размер указан, элька. Тканевая юбка обычная, ну, достаточно интересная, плотная, приятная ткань. Следов износа нет, марка M&S Collection, это у нас такая двухсоставная юбка. Первый верхний слой из полиэстера, марка Divided, 38 европейского размера. Еще одна юбка, достаточно длинная, тоже из полиэстера, следов износа нет. Так, Statement или Stailman, как-то так называется бренд, 24 английский размер указан. Так, марка Carol, размер здесь у нас указан 42 европейский. Такая вот юбка, тоже следов износа нет, состояние отличное. 38 размера джинсовая юбка, также без следов износа. Марка Амису, размер у нас здесь указан 38. Такая тоже небольшая юбка. Марка Манго, 32 размер указан. Юбка с небольшим таким вот ремешком. Так, следующая юбка у нас Патриция Дини, как-то так. 42-й европейский размер здесь у нас указан. Вот такой вот интересный рельефный. Какие-то интересные рельефные вставки есть. 44-й европейского размера, еще одна джинсовая юбка. Также без следов износа. Марка Clubhouse. Новая юбка с этикеткой. Здесь у нас размер 44-й указан. Так, следующая юбка у нас, к сожалению, без указания размера. Тем не менее, следов износа нет. Марка S. Oliver, еще одна юбка, также указания размера нету. Так, здесь у нас тоже без указания размера, но следов износа также нет. Так, марка H&M, 38 европейский размер, слегка приталена такая юбка, тоже без следов износа. 38 размера следующая юбка, тоже похожа очень сильно на полиэстер, скорее всего он это и есть. Марка M&S Collection, 10 английский, 38 европейский размер, еще одна юбка, тоже без следов износа. Джинсовая юбка здесь у нас, к сожалению, я размер нигде не вижу, а вот 30 размер указан, тоже без следов износа. 36 европейский, 10 английский размер, юбка с вот таким вот пояском интересным. Видимо, как бант завязывается или еще как-то. Так, похожую юбку мы уже видели. Здесь указания размера нет. Опять же, к состоянию никаких нареканий у меня тоже нету. Марка H&M, 34 европейский размер указан. Еще одна юбка тоже. Следов износа я не вижу. Мерона, размер указан 6. Очень интересная ткань. С внешнего вида напоминает на... Похоже на джинсовую ткань. Но так, больше к чему-то другому относится. 36 европейского размера следующая юбка у нас была. Evan от размер указан M-ка. Длинная двухсоставная юбка. Верхний слой у нас опять же из полиэстера. Следов износа нет. Марка New Look, 10 английский, 38 европейский размер. Вот такая вот тоже короткая юбка. Марка H&M, 38 размер. Еще одна юбка, также без следов износа. Так, марка H&M, 38 европейский размер. Также еще одна юбка. Марка Кукай. Интересное все-таки название. Тоже без следов износа юбка. Клокхаус 36 европейского размера. Двухсоставная опять же юбка. Почти не похожа на полиэстер. Марка H&M европейский размер 40 указан. Также без следов износа. 44 размера еще одна тканевая юбка. Очень легкая как раз таки. Марка Кукай. Опять же 36 европейский размер. Юбка из полиэстера, марка Веромода, 34 европейский размер, еще одна юбка. Марка Evan от это новая юбка с этикеткой, размер указан у нас здесь М-ка. Так, марка Espirit, указания размера я не вижу, тем не менее, такая вот интересная юбка, следов износа нет. Так, Мадора, 38 европейский размер, еще одна юбка тоже. Снова с этикеткой, также без следов износа. Так, также марка Мадора следом у нас идет. Размер здесь указан 38 у нас.
Вот такая вот яркая голубая юбка, тоже без следов износа. Гери Вебер. Такая вот интересная тоже. Достаточно такие. Марка Divided, 36 европейский размер. Еще одна юбка из полиэстера с небольшими вставками из пайеток. Да, пайетки. Так, 14 английского размера. Тоже новая юбка с этикеткой марка Peacock. 38 размера, 10 английского. Это у нас еще одна вот такая короткая юбка. Might and Berry, 42 европейский размер. Тоже двухсоставная юбка из полиэстера марка Rosemont. Как-то так, по-моему. Тоже юбка без следов износа. Опять же, указания размера нет. Юбка марки Nike, неожиданно, размер указан S-ка, спортивная юбка, 36 размера, вот такая вот тоже интересная юбка, без следов износа, 38 размера также, марка Orsay, размер здесь у нас 40 европейский указан, опять же юбка с вот таким вот интересным пояском, так, 42 размера. Похоже на хлопок, может быть он и есть. Так, марка Zara Basic, размер указан МК. Юбка с небольшим пояском, опять же, марка Ambient, 42 европейский размер. Опять же, юбка из полиэстера, похоже. Марка Divided, размер указан XS, вот такая вот черная однотонная юбка. Следом за ним у нас идет 40 размера, тоже без следов износа, состояние отличное. Так, 32 размера юбка, тоже также без следов износа. Марка H&M. Здесь у нас, к сожалению, указаний размера нету. Вот такой вот интересный тоже поясок идет. Так, марка Atmosphere. 6 английский, 34 европейский размер. Также без следов износа. Марка Amisu, 36 европейского размера. Такая вот юбка из полиэстера, также без следов износа. Марка H&M, размер указан XS. Тоже еще одна юбка марка Маркейн. Здесь у нас размер второй указан. Вот такая вот интересная юбка с принтом. Марка Зара, размер указан S-ка. Новая юбка с этикеткой, опять же. Так. Размер 10. По-моему, это у нас French Connection. Да, French Connection. Новая юбка с этикеткой. Марка Амису 40 европейского размера. Тоже вот джинсовая ткань. Только белая в данном случае. Так, Chili Time, новая тканевая юбка, указаний размера нету, 42 размера джинсовая юбка, тоже можно сказать с натяжкой, без следов износа, европейский размер 38 марка Street One, также еще одна юбка, следов износа я не вижу, марка Zara Woman, размер указан S-ка. Вот такая вот тоже достаточно интересная марка H&M, 34 европейский размер. Тоже еще одна юбка, также без следов износа. Размер указан XL, также без следов износа, марка Маркейн. Такая вот юбка, размер не указан, следов износа нет. Марка Oasis, 8 английский размер, также без следов износа. Еще одна юбка у нас, марка Камайо, 40 европейский размер. Марка Босс, это у нас юбка, опять же, по-моему, из полиэстера, следов износа нету. Так, здесь у нас указания размера нет, следов износа также нету. Марка Divided, 40 европейский размер, еще одна юбка. Так, марка Spirit, 40 европейский размер, также следов износа я не вижу. Новая юбка, 8 английский размер, очень интересно вот так переливается на свету. Так, Габриэлс, как что-то, 36 европейского размера, вот такая вот юбка, тоже следов износа, никаких пятен я не вижу, марка Нил, размер указан МК, такая вот интересная тоже фактурная немножко юбка, марка Гэп, размер указан МК, вот здесь вот есть пятно. Так, размер указан 6, узкая юбка, также без следов износа. Так, следующего юбка размер я не увидел, но тем не менее, вот такой вот небольшой поясок кожаный идет, тонкий. Арт Тайм, размер указан 36,
Джинсовая юбка также без следов износа. Так, Тейли Вейл, размер указан 38. Тоже следов износа я не вижу. Состояние отличное. Так, марка... Так, ну я не смогу прочитать. Размер указан СК. Кальцедония. Фрэнк Вадлер, 42 европейский размер. Такая вот юбка, тоже без следов износа. 38 европейского размера, черная. Вот такая вот тоже интересная юбка. Так, 36 размера тоже еще одна юбка. Как мне объяснили, она вот как-то вот так вот, видимо, вокруг талии обматывается. Так, марка Fashion Union, 40 европейский, 12 английский размер. Тоже еще одна юбка. Марка Esprit, 36 европейский размер. Более такая классическая, скажем так. Марка Zara, размер указан МК. Достаточно такая короткая. Марка H&M, 36 европейский размер. Белая юбка, опять же, без следов износа. Марка Pronto. Юбка из полиэстера, следов износа я не вижу. Марка Calzedonia, размер указан. Здесь у нас ML. Тоже еще одна юбка по типу тех, которые наматываются вокруг талии. Насколько я понимаю, ну ладно. Так. Марка Амису, размер указан 38 европейский. Тоже еще одна юбка. Очень приятный такой материал. Следов износа нет. Размер указан МК. Тоже что-то похожее на хлопок. Спортивная юбка. Новая. 50-52 размер с этикеткой. Не знаю, что можно делать в спортивных юбках. 3/4 европейского размера. Это у нас еще одна юбка, более классическая, скажем так. Размер XL. Тканевая плотная юбка, тоже без следов износа, состояние отличное. Марка H&M, размер указан МК. Это у нас легкая тканевая юбка, тоже следов износа нет. Так. Размер указан... Так, размер здесь не указан. Тоже марка H&M, следов износа я не вижу. Страдивариус. Как-то так называется бренд. 3/4 европейский размер. Джинсовая юбка. Тоже следов износа нет. Марка Zara Woman. Размер указан МК. Достаточно такая длинная юбка. Тоже следов износа нет. Так. Тканевая юбка. Указания размера здесь нет. Состояние отличное. Так. Марка Avesta. Размер указан 36-38 европейский СК. Следов износа я не вижу. Zara Basic. Размер указан СК. Такая вот достаточно длинная тканевая юбка, тоже следов износа я не вижу. Так, следующая юбка марки Манго, 42 европейский размер. Очень интересный такой ремешок идет своеобразный. А марка H&M, 38 европейский размер. Еще одна юбка, достаточно плотная ткань, тоже следов износа нету. Марка Blue Motion, 36-38 европейский размер. Ну, опять же, двухсоставная юбка. Верхний слой, похоже, у нас с полиэстера. Марка Sport Max Code, как-то так называется. Юбка достаточно плотная. К сожалению, указания размера здесь у нас нету. Следов износа также нету. Марка Morgan, размер указан 36. Вот такая вот опять же тканевая юбка. Тоже следов износа я не вижу. Марка H&M, 38 европейский размер. Еще одна юбка, тоже следов износа нет. Марка Street One, размер указан 42. Тканевая юбка из полиэстера, также без следов износа. Марка Tom Tailor, 34 европейский размер. Джинсовая юбка, следов износа я не вижу. Так, еще одна джинсовая юбка, 40 европейский размер, также без следов износа. Так, размер указан МК. Двухсоставная опять же юбка, верхний слой, похоже, у нас опять же из полиэстера. Марка Esmara, 38 европейский размер. Очень приятная на ощупь юбка такая. Материал такой интересный. 36 размера марка Mex. Также юбка у нас без следов износа. Марка Divided, размер указан 38. Достаточно длинная такая юбка. Опять же, верхний слой похоже из полиэстера. Так, Hilfiger Denim, размер указан МК. Это у нас хлопковая юбка. И последняя юбка, которая у нас идет в этом мешке. Так, указания размера нет, следов износа также нет. И на этом все.